Спасибо, Анжелика. Краснодар купальный сезон в этом году не откроют. В мэрии заявили, что ни один пляж краевой столицы не прошел проверку. Например, в реке Кубань слишком сильное течение, из-за ям на дне появляются водовороты. Они могут быть настолько мощными, что у человека не хватит сил подняться на поверхность. А в Красунах вода не соответствует гигиеническим нормам. Всего в списке запрещенных для купания мест больше 20 водоемов. На каждом установлены информационные таблички. А берег будут патрулировать полицейские и казаки. Если они увидят нарушителя, вправе наказать. Любителям водных процедур грозит штраф в 1000 рублей. Краснодарские пляжи остаются закрытыми уже несколько лет. Античный город с многовековой историей на берегу Черного моря ожил на один день. Таинственная греческая Гаргипия принимала гостей. Там, где обычно не ступает нога туриста, древнегреческим городом любуются со стороны. Устроили историческую реконструкцию в честь открытия курортного сезона и в честь приезда делегации из города-побратима Анапы Лариса. Теплое солнце курорта отражалось в золотых туниках жителей древнего города. Зрители увидели, как греки, населявшие когда-то Гаргипию, ткали сукно, делали посуду из глины, превращали виноград в напиток богов. Все происходящее действо транслировалось на двух языках. Затем гости примкнули к сотням отдыхающих и отправились в променад по набережной. Их впечатлил не только размах торжества в музее-заповеднике, но и весь вкусный колорит кубанского курорта. Между русским и греческим народами на протяжении многих лет дружественные отношения. Наши города похожи. В наших городах практически одинаковая температура воздуха. Жители Ларисы сейчас тоже стремятся к морю, но у вас оно прямо под ногами. А нам приходится еще ехать к воде несколько километров. Все, кого мы встречали сегодня на улицах, излучают любовь. Ларису и Анапу с прошлого года связывают дружественные отношения. На нашем курорте живет многочисленная греческая диаспора, около 4000 человек. В завершении праздника иностранцы наблюдали свадебную постановку и национальный танец в исполнении местных творческих коллективов. Мэр Ларисы пожелал городу и всем отдыхающим жаркого солнца круглый год.